Всем привет, друзья! С вами снова Вико Тревел. И сейчас я приехала в новый отель, который открывается только 15 марта этого года, Риксос Маговишти. Он, кстати, был построен на территории самого первого отеля в Хургаде. Рецепция отеля Риксос Маговишти. Это новый отель, который был построен в 2021 году. Посмотрите, при входе вас встречает welcome drink. Также живые цветы. Это у нас Diamond Hall. Здесь будут проходить различные вечерние мероприятия. Друзья, посмотрите, все новенькое, все стильное. Это отель VIP уровня. Ну, мне кажется, картинка говорит сама за себя. Посмотрите, как здесь красиво. Здесь у нас бар. На баре тоже стоят живые цветы. Друзья, я просто не могу вам передать этот запах. Запах роз стоит по всему отелю, потому что везде стоят живые цветы. Главный ресторан, где будет очень широкий выбор различных морепродуктов, стейков, мраморной говядины. И говорят, что здесь будет питание намного лучше, чем в Риксос Сигейт. Ну, как бы цена об этом говорит сама собой. Это у нас категория Lagoon Swim-Up Suite. Это первая комната. Здесь будет свой санузел. Живая комната. А здесь уже будет у нас гостиная. Личный бассейн и вид на море. Пул вилла. Это первая комната. Здесь будет большая двуспальная кровать. Также будет огромная гостиная. Посмотрите, как здесь стильно. Все новенькое, все красивое, все со вкусом. В этой категории номера будет личный батлер, а также личный повар, которого вы сможете вызвать по этому телефону. Вот такая вот небольшая комната для ребенка. А вот, собственно, и ванная комната в номере Pool Villa. Здесь будет огромная душевая. Очень красиво. Очень изысканно. Также будет косметика Анджела Кароли. Живые цветы. И санузел. В Executive Pool Villa будет 3 спальни и гостиная. Это одна из спален. В этой спальне будет свой личный санузел. Вилла будет выход к общему бассейну, вот такому вот, на несколько вилл. А здесь строят Rixie Club. Я думаю, что вы все знаете, что такое Rixie Club Риксос. Здесь будет несколько игровых комнат, город профессий
и мы все с нетерпением ждем, когда его уже откроют. Конный клуб сейчас на стадии строительства, но лошадки здесь уже живут. Также в отеле будет собственная конюшня. Посмотрите, сколько лошадок. У каждой есть свое имя и написан год рождения. Сейчас я вас с ними познакомлю. Друзья, я сейчас вам покажу еще один ресторан. Называется «Панорама». И вы посмотрите, в чем фишка этого места. И вот я пришла в ресторан «Панорама». И посмотрите, какой же открывается отсюда вид. Здесь также есть терраса. Вот, собственно, терраса. Посмотрите, везде стоят такие вот стаканчики с цветочками. Отсюда рассматривается вся территория, которая ближе всего к пляжу. А вот, собственно, и сам пляж. На пляже уже есть первые гости. На территории отеля 30 бассейнов, и все они будут с подогревом до 30 градусов. Этот бассейн будет даже в джакузи. Посмотрите, как здесь шикарно. А это у нас бар на пляже. Смотрите, какая мебель стильная. Все новенькое, красивое. Здесь просто приятно находиться. Правда, друзья? Посмотрите, какой потрясающий вид открывается с этого бара. Какое шикарное море и песок. Мне кажется, это лучший пляж, который я видела в Хургаде. А в этом ресторанчике можно покушать, позавтракать или поужинать, а может быть пообедать, как вы пожелаете. Поскольку в Риксос Мегавиш будет только питание на высшем уровне. Ну что, друзья, я только что провела полную инспекцию в новом отеле Риксос Мегавиш и могу вам сказать, что это отель с очень высоким уровнем обслуживания для очень востребованных туристов. Здесь будет множество а-ля-карт ресторанов, 6 баров по всей территории. Также будет бар, как вы видели, с невероятно красивым панорамным видом на море. Пляж здесь будет очень красивый, также будут на территории бассейны, которые будут все с подогревом. И, конечно же, популярный Rixy Club для ваших деток, а также детское питание Hero Baby. Ну что, друзья, ждем вас, ваши бронировки. Пишите нам, звоните по номерам, которые указаны чуть ниже. С вами были Vico Travel. Всем хорошего дня!